Еще 25 июля более сотни призывников приняли присягу, а уже сегодня в торжественной обстановке солдаты проходят один из самых главных воинских ритуалов – вручение оружия. Среди них призывник из Алматы Болыс Зубхаров. Свои 21 парень сам принял решение служить в армии и считает, что пройти воинскую службу – долг каждого мужчины. Я рад, что сегодня мы получили оружие. С ним чувствуешь себя настоящим солдатом и появляется осознание, что ты в армии. Я готов служить своей родине на благо страны. По правилам казахстанской армии, каждый боец должен иметь свое личное оружие, и в период службы его обслуживанием и подготовкой занимается сам солдат. Как отмечают военные, это в первую очередь вырабатывает у призывника ответственность и дисциплину. Часть уже, вся боеготовна, то что у нас каждый солдат не может нести службу, и каждый солдат может выполнять боевую задачу свою. Есть такая солдатская поговорка: оружие любит ласку и смазку. Каждый солдат, это в него чувство ответственности за свое оружие. Как он его почистит, так он и будет стрелять. Вот это вот ответственность у каждого солдата, конечно, возрастает намного. С этим торжественным днем поздравила солдат и командование воинской части, которое напомнило присутствующим о важности этого дня и об основных правилах пользования боевым оружием. С этим оружием вы будете выполнять учебные стрельбы. С этим оружием вы его будете обслуживать в установленное распорядком дня время. Это оружие будет вашим другом, братом, товарищем. Дай Бог, чтобы это оружие только в учебных целях применялось. По словам военных, оружие вырабатывает у молодого пополнения чувство ответственности и единства. А это, в свою очередь, играет огромную роль в воспитании, делая из парней настоящих бойцов. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, новости Темиртау.